Один из героев только что закончившегося матча в UFL 2, игрок «Динамо», нападающий «Динамо» Максим Юрин. Максим, у тебя сегодня получилась феноменальная игра, объясню, что я имею в виду. Ты сегодня, в общем-то, не сказать, что был самым активным, одним из самых активных, да, но ты сегодня все время делал все, знаешь, вот бывает такое слово «не в попад», а ты сегодня все делал в попад. Вот у тебя практически каждое твое действие было абсолютно логичное и законченное. Давай-ка вспомним, как ты у нас забил гол, потому что казалось, что ты все-таки поделишься мячом. Но ты оказался жадиной и все-таки пробил в дальний угол. Да, спасибо. Согласен, хорошая игра получилась у меня и у команды в целом, особенно во втором тайме. Скажу насчет гола. Хочу, во-первых, сказать спасибо большое нашему директору Александру Юрьевичу, потому что на сборах он мне подсказал финт один, можно так сказать, пропустить и пяткой под себя. И вот я сделал, он сказал, если забьешь гол, подбежишь ко мне и чем-нибудь мне покажешь. Я так и сделал, забил, хотел именно забить гол. Хорошо, что все так получилось, спасибо Александру Юрьевичу большое. И вот мы с ним вместе отпраздновали. Ну а так, в целом, да, хорошая, в принципе, игра наша, особенно во втором тайме, и, слава богу, мы победили. Что в первом матче, что во втором матче. В одном из таймов не было дождя, во втором был. Как дождь, помогал или мешал? Поле было тяжелое или, в принципе, ты настолько был хорошо настроен на игру, что тебе уже что дождь, что снег, неважно? Не, на самом деле хорошо, мне кажется, что дождь пошел, потому что здесь, конечно, поле хорошее, но здесь резина, и когда сухое поле, мяч скачет, и иногда может быть непредсказуемо, так же, как и в дождь, но в дождь, мне кажется, поудобнее играть. Динамо! Динамо! Вот, наши болельщики любимые, спасибо им большое. Вот, трава мокрая, и поэтому я ударил низом, хорошо, что так получилось, и, в принципе, футбольная погода, дождь, я думаю, особенно сейчас тепло, я думаю, дождь нам помог. А я обратил внимание, что все динамовцы как-то больше любят в дождь играть. Хорошо, мы это запомним. Ну и последний вопрос. Ты когда пробил вот в дальний угол, ты так и хотел именно в тот угол или мяч свалился с ноги? Ну, по-моему, ты так и планировал в тот дальний угол. Ну, конечно, в дальний угол всегда надо бить. Это правило для нападающего. Всегда в дальний угол, тем более в такую погоду, опять повторяюсь. И хорошо, что так получилось. Забил гол. Ну, молодец. Еще раз поздравляю с хорошей игрой и с победой. Максим Юрин, спасибо. Голкипер ФШМ юношеской футбольной лиги 2 Тихон Гусинский рядом со мной. Тихон, неплохо играла команда. Да, может быть, не хватило какой-то остроты в атаке, но вот защита и полузащита, да и голкипер тоже до определенного момента играли очень достойно, да и даже уже когда уступали в счете. Скажи, пожалуйста, что же сегодня все-таки не хватило? Давай только без вот этого ответа. Не хватило голов. Понятное дело, что голов всегда не хватает. А вот еще чего не хватило? Вот как игра из ворот смотрелась? Ну, не хватило именно концентрации, как линии обороны, так и линии атаки. В какой-то момент пошли подустали и пошли ошибки технические, и как все подсказывались. Поэтому игра была действительно непростая, и просто не хватило, наверное, вот физики какой-то, потому что все очень подрешали уже в первом тайме. Ну и концентрация. И баланса не хватило. Ну, наверное, баланса, да. Тихон, тогда такой вопрос, и отпущу тебя, не буду мучить. Скажи, пожалуйста, из трех голов, которые ты пропустил, был какой-то неберущийся, или ты относишься к той категории вратарей, которые считают, что неберущихся мячей не бывает? Нет, все можно было брать. Где-то просто так же вот концентрация, какие-то ошибки тоже мелкие по марке. Так все можно было брать. Можно было и сыграть на ноль, можно было и выиграть. Это футбол непредсказуемо. Ну а вот, допустим, второй мяч, который вот в самый угол, он вроде не сильный удар такой был, и вроде и ты высокий, длинные руки, а все равно не дотянулся. Что ж там такое было? Может, плохо оттолкнулся или что? Может быть, надо посмотреть будет игру. С тренером по вратарям мы поговорим на эту тему. Может быть, очень близко прижался к правому углу. Ну и там был еще мелкий рикошет. Рикошет был. Да, легкий рикошет из-под ноги. Поэтому мог все равно брать. В любом случае, не расстраивайся. Все впереди. Удачи и спасибо за игру. Тихон Гусинский, спасибо. Главный тренер «Динамо» юношеской футбольной лиги 2 Зураб Шели. Зураб Зурабович, судя по вашей реакции, по вашему выражению лица, вы крайне недовольны результатом. Здрасте. Здрасте, здрасте. На самом деле, если честно, есть такие моменты. К сожалению, не делали те просьбы, наверное, если правильно сказать, задачи, то, что мы просили ребятам. Понятно, что мы играли тоже с хорошей командой. Также ребята хотели выиграть, как и мы, наверное, любая команда. Но, к сожалению, не получилось то, что, по крайней мере, мы стараемся на тренировках проводить и переносить на игры. Пообщались, поздравили,
будем дальше двигаться и смотреть то, что у нас не получалось. Нет, я почему задал этот вопрос? Потому что так получилось, что во время трансляции после каждого забитого вашей командой мяча показывали скамейку запасных «Динамо» и показывали Зураба Зурабчишвили. И каждый раз он все ниже и ниже опускал голову, и такое ощущение, что, господи, зачем еще крупнее? Что за ужас происходит? Боже, 3-0, какой кошмар! И я вот думаю, что происходит вообще, Зураб Зурабович? Это что, это недовольно? Надо было наоборот, чтобы все было? Ну, на самом деле, если честно, первый тайм у нас, наверное, как и у многих футболистов, да, не забываемся, что они дети, а с реализацией на самом деле большие проблемы. И по первому тайму были хорошие атаки, где они должны были завершать. Ну, слава богу, хоть они завершали, хоть в пустые, как говорится, ворота не могли забить. А здесь, ну, забиты мячи, они на самом деле, конечно, приятно это все смотреть, но хотелось бы более эффективность, более... те моменты, которые, еще раз повторяю, мы нарабатываем на тренировке. Но, к сожалению, для соперников залетели 3 гола. Могло бы еще больше. Вечный перфекционист Зураб Шелия. Спасибо большое и удачи. Спасибо за игру. Спасибо. И главный тренер ФШМ юношеской футбольной лиги 2 Евгений Рогоза. Евгений Александрович, играла эта команда достойно, но вот на мой не особо профессиональный взгляд, много смотрю футбол, но, конечно, не так тонко разбираюсь, показалось, что сегодня вот атака была оторвана от защиты и полузащиты. Защитники и полузащитники, по-моему, действовали достойно, а вот атака была оторвана. Вам так не показалось, или, может быть, это вот наш взгляд, а вы смотрите, естественно, по-иному? Нет, я соглашусь с вами по всем, так скажем, показателям. Сегодня по атакующим действиям мы, ну, наверное, одна из провальных игр. Это включая что предыдущие 2 тура, что игры контрольные, которые мы проводили на сборах. Не знаю, почему, будем разбираться, но, скорее всего, вот, так скажем, по горячим следам, просто ребятки не поверили в свои силы, в свои возможности, и все. Невозможно 2 тайма подряд обороняться, не создавая каких-то, скажем так, игровых футбольных моментов. Ну, я имею в виду то, что касается атаки. Наверное, чуть, так скажем, неуверенность. А с чем это может быть связано? Потому что, в принципе, еще раз повторяю, и защитники, и полузащитники достаточно мобильные были, пытались как-то что-то организовать, а вот нападающие как-то действительно выпадали сегодня. И Маргашвили, и Манукян, ну, как-то вот вылетели они сегодня из игры. С чем же это связано? От чего испугались? Я не скажу, что испугались, просто, наверное, не поверили в свои силы, возможности, еще раз повторюсь, да. А то, что не получилось комбинационной игры... Ну, наверное, я ребяткам что-то чуть-чуть не донес, либо наоборот передавил, что сегодня планировали сыграть от обороны. Наверное... Слишком буквально это восприняли, я так понимаю. Слишком буквально это восприняли, во-первых, и это моя ошибка в том, что, ну, ребятам их возраста, да и в детском футболе, в юношеском футболе тем более, ну, наверное, нельзя говорить, чтобы они играли от обороны, а потом... какие-то требуют от них атакующих действий. Это все-таки, наверное, где-то, ну, вопрос психологии. Ну, в любом случае, сейчас у нас дождь, не будем вас долго задерживать. Все равно сегодня есть за что зацепиться в игре. И желаем вам удачи в следующих матчах и в следующих турах. Спасибо большое. Спасибо. Евгений Рогоза, спасибо.